Здравствуйте, друзья. У нас в студии, значит, Саша, моя внучка. У нее сегодня прикольная пилотка. Покрутись, Саша, пилотку покажи. Да, раз и два. Так, с другой стороны. Дедушка принес пилотку модную. Но Саша у нас такая начинающая журналистка, да? Она учится в третьем классе. И я правильно излагаю про третий класс? Конечно, а что, я в втором классе? Что нет, в третьем. Я могу забыть, могу что-нибудь напутать. Сашенька, ты учишься в третьем классе, и у вас там вот Саша показывает, у нее в руках два издания, местные По-принц газеты. Принц называется. Как? По-принц. Видишь, на... Вижу, да. Вот давай я покажу. Вот, По-принц. Так, и ты как бы в редколлегии, да? Угу. Ну, хорошо, так у тебя публикации уже есть? Публикации это что? Публикации, ну ты пишешь статьи. Конечно. Так, хорошо. Так о чем была у тебя первая твоя статья? Самая первая. Самая первая был про теннис, как я шла и смотрела на теннис. Никак играла? То есть не про Sunnyvale Tennis Center? Нет, просто как я смотрела. Так. Потом я видел, у тебя была статья просто про Sunnyvale Tennis Center, ты писала. Там про мячики разных цветов, там, да? В этом. Вот в этом. Хорошо. Слушай, скажи мне такую вещь. А дети читают это? Ну вот вы пишете. Конечно, читают. Дети, которые вот остальные в школе? Конечно, читают. Значит, и они как-то реагируют? То есть это они подходят и говорят, ой, слушай, я там читала твою статью. Нет такого? Не обсуждается особо. Ну хорошо, ну расскажи что-нибудь, о чем ты? Ты писала, и последний у тебя материал был о чем? Вот про теннис. Нет, про теннис я понял. Последний материал какой у тебя был? Это есть теннис последний. Последний. А перед этим что было? Перед этим? Да. Я показывала, как шарлотку делать. Шарлотку? Угу. Так, хорошо. То есть ты пишешь рецепт шарлотки. А откуда ты знаешь? Мне мама показала. Ну подожди, но ведь ты сама ее готовила когда-нибудь? Да, конечно, готовила. Тут фотографии, как я готовила. А кто делал фотографии? Я. У тебя есть фотоаппарат? Ты сама делала? Да, я на мамином делала. Так. Мой фотоаппарат у меня есть. А почему делала на мамином? Ну что, не надо было с другой фотоаппарата перекачивать на компьютер. Угу. А с маминого удобно перекачивать? Угу. Хорошо, значит... Про Гарри Поттера ты что рассказывала? Ну, я еще ничего не рассказывала, я только делаю драфт. А, я видел черновик, мама зачитывала черновик про Гарри Поттера. Mm-hmm. А почему ты сказала, что детям до 7 лет читать Гарри Поттера не рекомендуется? Почему? Потому что когда мне было меньше 7, но я пыталась читать, мне было сложно. А сейчас? Нормально. Ну, хорошо. Значит... Ты хочешь продолжать свою, так сказать, карьеру журналистскую? Конечно. Да? А когда ты вырастешь, кем ты будешь? Я буду учиться рисовать. Рисование. Детей будешь учить? Mm-hmm. Или взрослых тоже? Детей. То есть тебе вообще хочется быть учителем? Mm-hmm. А ты устала у нас сегодня, да, Саша? Нет. Саша сегодня? Нет? Ну хорошо, просто ты отвечаешь так как-то не очень энергично. В школе Thanksgiving вообще как отмечают? Есть какой-то отмечание? Thanksgiving Feast. Feast. Праздник такой. Mm-hmm. Фестиваль. И что там было? Ну как, что там было? Еда. Так, ну, а какие-то мероприятия культурные, там танцы, песни? Танцы, песни у нас нету. У нас крафтс. Крафтс? То есть вы что-то изготовили там? Да. Смастерили? Mm-hmm. Ну что же, ладно, Саша, давай мы с тобой тогда сегодня... Попрощаемся и уже спать пора, наверное, скоро. Нет. Нет? Еще торт. Еще только 7:20. 7:20. Мне 9 надо идти. В 9. Ну хорошо, давай мы попрощаемся с нашими зрителями. Так, передадим им привет и скажем, вот пусть читают наш журнал. Они же не могут. Ну, подожди, мы пожелать-то мы можем. Ладно, хорошо.